Значит, какими препаратами можно работать, препаратом Принцесс или препаратом Воль? Если у вас устные деструктивные губы, если у вас у пациента возрастные изменения губ, то тогда оптимальнее всего выбирать препарат Принцесс Филлер. Или, например, у вас приходит пациент и говорит, я хочу вот только пол шприца, сделай мне пол шприца. Мы прекрасно понимаем, что мы не можем делать пол шприца, потому что куда мы денем вторую половину шприца. Когда у меня пациент иногда приходит и говорит, я говорит, хочу пол шприца, это без проблем. Я говорю, но оплата все равно не меняется, потому что я препарат никому больше вводить не буду. Либо мы ищем какую-то зону для введения, или говорю, предлагаю препарат Принцесс Филлер, он дает небольшой объем, но он дает структуру. Очень часто, на самом деле, после того, как сделаешь красивые губы, делаешь препаратом Принцесс Филлер, и ведь есть такой понятие, как отек после процедуры, то пациенты потом приходят, ой, мне говорят, так нравится отек, давай еще добавим. То есть после Принцесс Филлер, как правило, мы можем добавить еще там, например, тоже Принцесс Филлер. Что касается препарата Принцесс Волюм, его тоже можно вводить в губы, но только когда мы говорим про объемное моделирование, про молодых пациентов.